Лично передал? Руки? Да. Ну, сейчас по остальным раскидаем. Ага. Ну, да. Что? Замминистра тоже человек. За кого ты меня держишь? Конечно, положил твою бумагу, самый первый. Чтоб сразу подписал, пока задор не пропил. Не напоминай. Слушай, ну, урод твой, ну, чистый пупсик. Я его 3 дня выгуливал по полной программе. Этим, Гарри Поттером работал. Желание исполнял. Ну, да. Да надо было сразу бабла ему дать, да, и закрыли бы вопрос. Вон, с Игнатовым как, гладко. Мы ему квартирку переписали на сестричку, и все. Раз подписал, человек сказал, сделал. Но мы ж к вам в столицу не лезем. Мы здесь, на земле вопрос решаем. Ага. Да я не хочу в эту Москву. Кстати, я в воскресенье с Фролом встречался. Он мне тоже все сформулировал. Надо как-то на следующей неделе ему занести, все отдать. То неудобно. А, смотри, значит, там сотку сразу, и потом после договора еще 100 тысяч евро. Ну да. Оформим все на договор обслуживания, на этот, Руслесрезерв. Ага, помнишь, да? О, да. Слушай, а что ты так евро-то не любишь, а? А? Ну ты чистая Америка, Олежек. Да не, ну ты что, там приличный участок. Я тебе реально говорю, там сладкая земля. Это недорого. И потом их там трое в министерстве. Он, жена его и брат жены. А. Слушай, да. Слушай, а ты Нинку помнишь, а? Ну, Нинка, ну, секретарь была у этого, Горька. Ну, Нинка, ну такая, ну сейчас ты такая. А 4 такие, да. Я тут на кооператив приехал, короче, ара там. Я ее забираю. И... Слушай, тут народ кругом. Не телефонный разговор. Давай, я тебе вечером все расскажу. Угу. На встречу. У меня карта. И это еще посчитайте, пожалуйста.